Меня зовут Фандария Охотникова. Я, если честно, занималась вовсе другим проектом. Не успела еще толком включиться и понять миллион мани, но уже через 3 дня обнаружила, что у меня уже почти пол эфира на счету. Это почти $90. Стало интересно, а сколько я смогу заработать, если включусь по-серьезному? А я так и сделаю. На связи Евгений Назаров, и в этом видео хотел бы с вами поделиться своими результатами. За сутки было заработано 0,86 эфира, это почти $160. На связи Остап Бондаренко, и сейчас у меня будет небольшой обзор, что произошло за сутки. Вот, перехожу в кабинет, вот давайте я обновлю, 0,81 эфира. Давайте перейдем, посмотрим, сколько это по курсу. Вот я смотрел, это 10 099 рублей, 0,88 рублей. Друзья, сейчас прям дозаписываю кусочек видео, как в тот раз, вот прям, когда видео записывал, да? Записал только, начал конвертировать видео, вырезать там неудачные моменты, собирать там, если какая-то запинка была, ну чуть-чуть, да? И, блин, обновляю. Захожу вот сюда, здесь у меня уже было 0,81, 1,21, вот только что, да? Вообще деньги летят, 1,21 ставлю, 1,21 за сутки, то есть 7-я структура наполняется, 15 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, прям сразу так щелк, как пальцами, и прилетело. То же самое будет и у вас. На связи Евгений Ванин, в этом видео продолжим обзор смарт-контракта Million Money. За 8 дней такой вялой работы я заработал 4,86 эфира. Если это в долларах посмотреть, то это $864, ну, практически где-то в районе 55 тысяч рублей за неделю. Привет, с вами Виталий из Киева. Million Money у нас сегодня. На сегодняшний день всего заработано 11,46 эфириума у меня, то есть чуть больше $2000. Количество партнеров. Я не мог долго поверить, что это так, но админ меня убедил, что информация правильная, он вроде бы проверил там, и действительно, вот такое количество партнеров у меня всего в структуре сейчас. 6-й уровень я сегодня купил, уже сегодня 2 проплаты 6-го пришли. Что проект бомба, он превращается уже в блокбастер, вокруг него ажиотаж, и на нем, как оказалось, каждый из вас может зарабатывать от 10 тысяч рублей ежедневно. Буквально за 3 дня у меня уже более $500. То есть больше $150 ежедневно, это больше 10 тысяч рублей. Это то, что каждый из вас может зарабатывать. Кто-то сразу сможет столько, кто-то сможет больше, кто-то может немножко меньше, кто-то может даже значительно скромнее.